Приветище! Как обычно бывает это в осьминожей жизни, залипал я в свой телефон, а точнее на ютубчике. В этот раз мы отправляемся в Токио, чтобы разрушить Имперский дворец. Ну что, азиаты? Сейчас я вас всех нафиг тут. Нифига, ты видел, какая пукалка вылетела? Огненные шары пуляют. Ух! Шарик! Не, да а как мне уворачиваться-то от них, я вообще не понял. Что за подстава? Надо было по-любому черепаху покупать. Точнее, щит черепаший. Ох. Так, лягуха, давай, цепляй. Цепляй. Вот так. Блин, мне даже отбиться-то нечем. Короче, это полный трэш. Без панциря. Так, а где? Мне даже сейчас не дали этот черепаший панцирь. Я же сейчас профукаю все на свете. Ого. Так, ну ладненько, чё. Чё есть, то есть. Будем как-то... как-то что-то их уничтожать. Я не знаю, может быть в них стрелять надо, в эти шарики. Да нет, нифига. И клешнями никак не увернуться. Хотя смотри-ка, вот так вот можно, вроде бы я увернулся. О, да. Значит, от них все-таки можно каким-то макаром увернуться. О-о-о-о-о-о-о-о. Стреляй. Эй! Фух. Я думал, сейчас еще и вот этот броневик в меня влетит. Вот так получайте. Сейчас я буду отмахиваться, как мухобойкой. А тут эти всякой мелкотни. Вот так вот вам карусели крутится. О-о-о, кажется, это прям в меня сейчас летит. Фаербол. Так, как мне увернуться? Как мне увернуться? Фух, вот оно что, вот так вот надо от них уворачиваться. Ну все, тогда сейчас пролетим с тобой этот раунд. Как мне их делать? Вот так, как же я обожаю лягуху. Вот так вот, лягух, цепляй вот эту штуку. Ага. При помощи ее языка можно творить чудеса. Вертухай! Мельница! Кому еще мельницу показать? Летим, с тобой летим. Опачки, вот так вот. Вот так вот мухобойщика всех прибьет. Осьминожьи... Ой, как я всех размотал тут, а. Так, хватаем вот эту вот телепузика. Так, хватаем броневик. И новая волна. Агрессивная. Сейчас пойдет агрессивная волна, а мне все по барабану. У меня есть броневик на языке лягушачьим. Ох уж эти людишки, как же они не понимают, что осьминоги это мощь. Это прям цари океана и морей. Так, вон фаербол летит, надо от него вернуться. С двух сторон летит. Они хотят застать меня врасплох. Ой. Кажется, я ракушечки нашел. Здорово. Так, значит, есть панцирь. Панцирь есть, но надеть его некуда. О, кстати, я могу купить себе еще звезду. Слушай, может быть, мы звездочку с тобой прикупим? Точно, мы купим сейчас с тобой карате-звезду. Патрик, давай к нам. Еее, теперь у меня два другана летает. Ну, а панцирь, что ж с тобой панцирь делать-то? Если честно, панцирь стоит $75. А все, что у меня сейчас на щупальце одето, это очень дорогие, между прочим, животные. В общем, не буду я ничего менять. Поехали так. Токио, жди меня, я уже близко. О-хо-хо. Так, два другана моих выплыли. Кстати, я не знаю до сих пор, что делает... Ё-моё, это что за рыбки такие адские плавают? Я до сих пор не знаю, что делает карате-звезда. Патрик, сейчас мы посмотрим на всю твою мощь. Надо фаербол. Так, как... Вот так вот, наверное, встать лучше. Фух, пролетел. Слава богу. Воу-воу-воу-воу-воу. Усиленная волна пошла. Так, ладно. Надо смотреть во все глаза. Точнее, в оба глаза. У меня всего их два. Ёкарный. Пиранья ко мне зацепилась. Видал?
Но мне пронесло, что она что-то близко ко мне слишком не подлетела. Она, по-моему, в клешню ударилась. Так. Три петульки, по одному, по очереди, пожалуйста, вас много, я один. Пираньи какие-то новые, улучшенные, апгрейженные, полетели. Все, пока хорошо, идем. Кручусь, верчусь, запутать хочу. Все, что ли, какие-то одни пираньи. О, наконец-то броневики пошли. Ага, вон там пукалка еще фаербол пустила. Так, хватай, лягуха, хватай. Ну, хватай, уворачивай. Ай, блин, прям в лысину прилетел. Бых. Немножко надо было в другую сторону повернуться. Так, все, 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 сейчас волна закончится. У-у-у, ребята, ну-ка давай посмотрим, что звезда делает. Давай, звезда. Оу, ты видел, что она сделала? Офигеть. Вот это мощно. Аккуратненько, аккуратненько пропускаем фаерболы. Вот так. Я сундук поднял. Ну, точнее, блин. Ай, фаербол пропустил. Ну, что ж такое-то? Я этот сундук взял. Я, короче, сундук взял и просто от себя отодвинул и пульнул его дальше, чтобы он летел. О, это просто... О, капец. Ну, карате-звезда была просто... Прям, она реально звезда. Две жички, и мы продолжаем наше путешествие. Главное, нигде бы не нагнуться. Надо будет потом себе экстра лайф купить. Оу, пираньи, смотри. Новые пираньи плывут на меня, и старенькие. Так, 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 так. Надо, да блин, сколько у вас много. Я же говорил, по одному летите. Я с вами со всеми. Да и пофиг, я с вами со всеми разобрался. Новая волна пиранюшек. Почему они, кстати, зеленые? Они как будто ядовитые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно, 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 больно. Ну вот, вторая смерть Октагедона. Ну ничего, у нас есть и третья. Сейчас мы на рыночек забежим. Здорово. Да, я тоже рад тебя видеть. Так, давай посмотрим, что мы можем прикупить. Дельфина можем купить. О, что это такое? Короче, вот эта штука позволяет мне видеть перед началом раунда, какие враги будут на меня нападать. Ага. Сотку отдавать за вот это. Да помолчи, пожалуйста, епоша. Вот сотку отдавать за это я не хочу. Старт с тремя жизнями давай купим. Экстра слот для лаборатории купим. Да-да-да-да-да. Я тоже люблю дополнительные слоты. Так, возьмем, знаешь что, возьмем. Возьмем вот это. Да, спасибо. Я хотел еще кинг-кобру купить, блин. Аденок нема. Ладно, тогда купим коралловую броню. Отлично. Ну, в принципе, все. Валим с этого дурдома, валим. Оу, да, мы вернулись. И теперь... У меня есть дикобраз и есть вот эта штука, как ее называют. А, блин, я сразу же отхватил. Панцирь черепахи, я теперь могу отбивать. Я теперь могу отбивать фаерболы. Ох, ёкарный горячо-то как. Есть, ху-ху, отбился. Две жички осталось, блин. А, точнее, два хп. Жички, жички тоже две. Или одна, не помню, надо уточнить. Забыл. Тут, короче, вообще караул, ты смотри, чё происходит. Людюшки совсем уморзели. Полный трешак. Есть, отбился. И ты ты глянь, сколько у меня еще денег. 3000 баксов. Ну, к концу этого раунда будет еще больше. Так, надо вот этого броника взять. И давай размахивать, как веником. А ну, брысь от меня, мухота, мелкотня. Вот так вот вас. Да, дикобраз, кстати. Смотри, как пуляет. Ух, варнинг. Опасненько сейчас будет. Дикобраз сразу по три иголки пуляет. Это что, босс, что ли? Это босс? Да ну нафиг. Так, панцирь отбиваем. Фу, хорошо, что я панцирь взял. А то бы я сейчас тут полег точно бы. Ништяк. Пока живем. Отбиваем. Можно, конечно, уворачиваться, но все-таки отбивать это дело панцирем намного удобнее. 100% что я не опрофукаюсь. И этот фаербол не прилетит мне куда-нибудь в пуканище или в лобешник. Где, где, где? Ох, фух, успел. Иногда бываешь путается своими щупальцами. И вместо панциря подставляешь что-нибудь другое. Вот так, хорошо. Ну, блин, сколько... Какой ты жиробас, а? Как бы тебя поскорее прикончить? Интересно, а я тебя клешней могу зацепить, не? Ну, если постараться, в принципе, можно, но это сложно. Поэтому буду тебя дикообразом мучить. Лови иголки!
Открывай рот. Тащите туда ядку. Ух, ух. Я думал, сейчас мне фаерболом прилетит. Есть, есть. А, нет, еще не есть. Я уж обрадовался. Ух, она еще и пираньи пускает. Оу, как рядышком с моей лысиной прилетел фаерболчик. Отбиваем. Хорошечно. Да когда ты уже, свиноматка, помрешь, а? Я в тебя столько иголок уже выпустил. Пора бы уже. А, карате, Патрик, давай выручай. Вот и все. Вот, сразу Патрика вызвал, и все проблемы решены. 4000 баксов. Ох, господи, сколько так... Я таких денег никогда не видел. Так, чё прикупим? Чё прикупим? А, в принципе, больше-то и нечего прикупить, слушай. Давай-ка вместо кобры, наверное, мы поставим пчелу всё-таки. Пчелу поставим, да. А, и купим экстра лайф на всякий пожарный. Всё, в принципе, поехали. Еее, наконец-то мы выбрались на сушу. Ну что, вы готовы, Токио? Хе-хе, пришло время вас раскрушить. Нефиг было про меня фильмы снимать. Оу-оу-оу. Новые монстры какие-то полетели. Помнишь, такой босяк был? Но он был под водой, а не на земле. Это какие-то НЛОшки. Змея, робот, НЛО. О, что только не придумают. Так, погоди, ток. Пропускаем. Бежим. Жизнь-ка. Отлично. Жизнь мне пригодится. Так, вот этого надо поймать. Ей, как раз он-то мне и нужен был. Как веником всех вас тут размечу. Размечу, уберу. Куч мусора на улице Токио валяется. Надо прибраться. Так. Первое токийское здание. Рушим его. С наслаждением. Опять эти НЛОшки, роботы летят. Сейчас я их... Ай, прям в лысину прилетело. Это было как-то, но не очень. Так, кажется, мне сейчас нужно будет прибегнуть к карате. Звезде. Я уже забыл, как зовут ее. Патрик. Я же ее Патриком назвал, господи. Патрик. Ты готов? Нет, пока твое время еще не настало, я сам справился, спасибо. Но я верю, что настанет твое время, вот так вот этих инопланетянок. Давайте, давайте, подходите, я вас прихлопну, как мух. Машкару. И подходи ко мне. У меня опасный язык жаби есть. Давай, лягу, хватай, вот так вот. Летающую акулу забомбили. А, людишки такие стояли, смотрели, как я разбираюсь с всякими аппаратами. Вот так вот еще. Давай, напуляй же. Так, клешня. Клешни в дело пошли. Ой-ой-ой, близко акулы ко мне подобрались. Ну и зря они это сделали. Лобстер. Давай, клешня, работай. Клешня сделала свое дело. Осталось дело за малым. Доползти до финиша. Кстати, две жизни, это, конечно, не очень круто. Надо бы и сердечко где-нибудь раздобыть. Блин, а может быть еще в кинотеатр забежать, а? Кинотеатр разнести там, не знаю. Оу, одна жизнь осталась, да вы чего прикалываетесь? Блин, у меня рука прям хочет нажать на кнопочку, чтобы мне карате-пацан помог. Точнее, Патрик. Карате-пацан, ладно, буду звать его карате-пацан. Вроде нормально. Подхожу к финалу. Так, ближе я не буду подходить к этим змеям. НЛОшным. Они еще... Двояться с катабазы. Хватай, лягуха. Вот так вот вас нафиг всех. Сейчас еще. Давай, Патрик. Оу, красавец. Спасибо тебе за помощь. Давай, кусай. Кусай, клешня, это здание. Акулы все летят и летят. Словно ласточки на юг. Оу, сейчас будет интересненькое волнище. Ну ничего, я справлюсь с этой волной. Бегите, люди, бегите. Вас никто не спасет. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Патрик, ты заряжен? Нет, Патрик не заряжен. Блин, мне сейчас походу капец будет. Лягуха. 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 И профукал момент взять бронелобовую вот эту вот летающую штуку. Лягуха, давай, хватай ее. Да не то ты взяла. Господи, как меня напрягают эти летающие змеи. Да, я вновь сюда добрался. И помогли мне в этом пчелы. Теперь я пчелиный осьминог. Я повелитель пчел. И у меня, кстати, есть пчелиная королева, между прочим. Ха. Ну, сейчас я им покажу. Наконец-то я разнесу этот дворец.
Надеюсь, я доползу до туда. Ух, как быстро ты только глянь, а. Посмотри, как пчелиная королева пуляет свои жала. Ух, мощно как, а. Я просто сейчас вот так встану. И все. И буду наблюдать. Не буду вертеться даже. Ну, еще буду от фаерболов уворачиваться. Блин. Надо сейчас вот так вот сделать. О! А, блин, током поразило. Что-то я не заметил ловушку. О, опасненько. Опасненько, смотри, сколько пираний. О, истребителей очень много что-то полетело. Но ничего, у меня есть королева пчел. Она-то быстро тут всех уделает. Скажет пчелам, занести Митху. И занесут ей все. Даже люди. Так, я на пути к боссу. И разнесению их дворца. Да, что-то меня окружают как-то так плотненько. Давай, база, ломайся. Вот так вот сейчас карате пацан тут всем разнес. Кстати, мне броню мою сломали. Вот скотобаза, а. Ох уж эти людишки. Сколько они мне нервов потрепали, сколько брони мне поломали. Но ничего. Да блин, опять этот фейербол пропустил, засмотрелся. Никуда вообще, блин. Там здание одно мне понравилось, что-то с привидением. Эх. Шимыки! Осьминоги и паук... Этот паукан хотел сказать. Осьминоги и пчеловод идет. Нет. Пчела-осьминог. Или осьминожий пчеловод. Да блин, я даже не знаю, как это сказать правильно. Фух. Ползем дальше. Warning. О! Stomp a Tron X. Какой-то сейчас робот твой ползит. Ничего себе. Ты посмотри. Ты посмотри на этого робота. Походу он какой-то мощный. Кстати, мне его не пробить из-за его ног. Я понял. Я понял. Сейчас мне нужно подлезть. Я подлез. Я здесь. Цапаю его. И я вместе с ним ползу. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, надо уползать отсюда. Фух. Опасно было, очень опасно. Я думал, что он сейчас меня поджарит. И можно было бы меня есть на обед. Кто-нибудь ел осьминогов? Ну, ты собираешься помирать, а? Во-во-во-во, валим, валим, валим. Так, надо, знаешь, что, я думаю, попробовать королевой пчелова пулять. Сейчас заползем ему между ног. Вот так. Королева пчел, давай пуляй. Пуляй, пуляй, пуляй. Не, это долго. Надо все-таки клешней ломать его. Ух ты, у него ракет вылезли. Так, надо валить отсюда. Ай, блин, нет, не буду ли. Давай туда. Так вот. Фух. Ага, ракеточки летят, смотри-ка. Одна ракета, а где вторая? Ладно, мне это лучше. Еще одни пустил пару ракет. Так, надо быть очень-очень аккуратным сейчас. Со всех сторон лупит. Ой-ой-ой. Да блин, а. Фух. Ну, у меня, в принципе, был шанс уползти через левую ногу, но я что-то тупанул. Возвращаемся. Дружбан, мы скоро тебя накроем. Накроем, накроем. О-о-о! Людишки на помощь своему роботу приползли. Убегаем. Валим, валим, валим. Васек, валим. Так, ракеты сейчас надо еще пропустить. Ого. Сколько всего пона... А, тихо. Сколько всего... Да ты, господи. Фух. Сложновато как-то началось тут. Каратэ, пацан. Чуть-чуть осталось. Смотри, совсем чуть-чуть осталось. Ногу подними, да я зайду. Вот так. Сейчас, сейчас. Есть! Юху! Наконец-то! Дворец, пошли скорее до дворца. А дворец, 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 где ты? Разнесу тебя в щепки просто. Ууу, наконец-то я до тебя дошел. Сколько же времени я потратил, чтобы дойти вот до этой рухляти. Ой, наконец-то. Слава богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови нас всех, осьминожек. Ну что вы летите ко мне, а? Дайте я завершу сделанное. Да, все, уж заговорим. Есть! Яичечко! Что же там у нас будет? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто это там? Воу!
Это же угорь! Офигеть! Интересно, чё он умеет? Моу! Это же морской чёрт! Ух! Интересно, сколько он стоит? Сейчас посмотрим. Может, он здесь вывалится? О, 150. Вместо чего бы тебя закрепить? А, погоди, у меня же есть возможность новых щупалец налупить. Так, значит, давай-ка мы... Мы здесь посередине. И морского черта. Вот это я... электрический угорь здесь появился. За 2500 можно прикупить. Но нет, увы, денег у меня нет. На сегодня наше разрушение подошло к концу. Я даже не знаю, что в следующем этапе у нас будет и какие новые щупальцы к нам приползут. Точнее, какие новые ДНК щупальцы у нас появятся. Но это мы увидим в следующей серии. Если тебе понравилось, то есть тебе лайкосик, комментосик под видосик и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса по разрушению Октагедоном. Ну все, тебе удачки и спасибо за просмотр и пакета.